преемственность техники. То, что техники одни, вот и те же, собственно говоря. Вот. Первое. Спортсмен прибивается джеб, делается диск, это же рукой контратака, да? Пам-пам. Вот. И то же самое голой рукой, смотрите. Характерно для техники карате. Бип-пам-пам. Только уже может быть, смотрите, вариант. Раз. Стрессуйс или понтон. Все. Вот. Раз, два. Может быть. Дальше. Раз. Куракен. Два. Три. Раз. Сюда. Два. Ну, соответственно, могут быть уровни разные, да? То есть. Раз. Два. Раз. Два. И голова, да? Пам-пам. Ну, то же самое, надеваем перчатки. Ну, работаем, это уже более спортивный вариант. То есть тот же нагашик, который мы делали здесь. Причем у нас настойка как бы базовая. Ну, ты представляете, что? Не представляете. То есть вот стойка, или такая стойка, как улица. Сбив жесткий. Пам! Стойка. Пам! Каратэ, да, для каратэ. Может так вот поставить. Или что такое? Пам! Да, и дальше. Здесь же спортивный вариант. Тот же нагаш, пока сыты перчатки, контратак. Сбили. Все понятно? Поехали.